шумная и невидимая смерть. Результат работы русских оружейников. Винтовка ВСС. Она стреляет практически бесшумно. Маленький дымочек из затвора. Винтовка ВСС в работе. Положил одну мишень. Положил вторую мишень. Работа снайпера только ползком. Ползти приходится очень долго, на большие расстояния. И чтобы легче было ползти, снайпера набивают на обувь специальные подковы, шипами которых они цепляются за землю. Кто-то набивает на подошву, вы видите шип, выступающий в сторону. Кто-то набивает на каблук, кому удобнее. Вот этим шипом снайпер упирается в землю, когда ползет.